Обратите внимание на людей, которые пьют коньяк. Это люди благородные. Коньяк – это шустер. Коньяк – это тепло, которое опускается вниз, и вдохновение, которое поднимается вверх. Коньяк – это шустер, остальное – разговоры. Львів'яни спілкуються, та зрештою львів'яни живуть в кав'ярнях. А як у Львові кажуть «кава», і до кави. А коньяк – це шустер.